Приятная новость для любителей футбола пришла из штаб-квартиры ФИФА. Поле стадиона самого титулованного клуба страны Павлодарского Иртыша получило сертификат «Две звезды». Это дает право проводить здесь любые матчи Евролиги и Кубка УЕФА. Сама арена тоже подверглась масштабной модернизации. Несмотря на морозы, праздники и выходные дни, строители спешат в срок и качественно завершить все работы, чтобы в новый игровой сезон команда вступила, имея в распоряжении самое современное поле. Модернизация какой еще не было. Павлодарский стадион «Трактор» построили 60 лет назад. Арена перестала отвечать современным стандартам. И вот накануне Дня независимости здесь началась масштабная модернизация. Для защиты зрителей от снега, дождя и солнца над трибунами устанавливаются огромные металлические конструкции. Конструкцию можно увидеть, что действительно нависает консольно очень красиво над трибунами. Сверху будет поликарбонатное покрытие. Сейчас подбирается цвет, чтобы соответствовал всему облику стадиона. Опоры, мачты, клюшки. Только на западную трибуну уйдет 350 тонн металла. Самое главное для болельщиков, естественно, это все делается. И чтобы стадион наш выглядел более-менее привлекательный. Модернизация проводится в рамках государственно-частного партнерства. Средства для начала работы, это свыше 500 миллионов тенге, выделило одно из крупных металлургических предприятий при Иртыше. Проектировщики продумали все. Позаботились они и о нас, телевизионщиках. У нас есть ряд требований. ТВ-студии. Много помещений не хватало, те, которые мы сейчас планируем на северную трибуну. Если будет полностью реконструируется северная трибуна, мы все эти свои недостатки все перекроем. Впрочем, одно из главных требований уже выполнено. Поле застелили современным газоном последнего, пятого поколения. Инспекторы ФИФА до того, как искусственная трава покроется снегом, успели провести свое обследование. Результаты порадовали всех любителей футбола. Лаборатория ФИФА, проведя испытания на нашем поле, присвоила нашему полю две звезды, то есть высшую категорию качества. Это значит, что на Павлодарской арене отныне можно проводить любые матчи Еврокубков и УЕФА. Кстати, одновременно с модернизацией центрального стадиона с будущего года в Павлодаре намечено строительство и крытого зимнего футбольного манежа на 3000 зрителей. По крайней мере, ТЭО уже готово. Из Павлодара Салават Тимербулатулла и Марат Игликов.